Здравствуйте. Сегодня мы с вами начнем знакомство со структурированными данными. Их называют сложные данные. В частности, познакомимся с одномерными массивами. Рассмотрим понятие массива, способы объявления инициализации массива. Рассмотрим, как обратиться к элементам массива. Элементарными единицами данных являются значения того или иного стандартного типа, связанные с литералами, поименованными константами или переменными. То есть мы до сегодняшнего дня работали с переменными определенного типа. Например, int или float или double, short int или long int. То есть у нас были переменные стандартного типа, они были простыми. То есть это одно число, целое, вещественное, но это было просто число. Эти значения можно группировать и создавать более или менее сложные структуры данных. То есть, например, я могу работать не с одним числом, а несколькими числами, при этом не рассматривать их врозь, а рассматривать как единое целое. Каждая такая структура может получить свое имя, рассматриваться как переменная составного или агрегатного типа. С переменной составного типа и называют структурой данных, в каждый момент времени связано некоторое множество значений. Отдельные значения – это элементы структуры данных. Они выделяются путем специальных операций извлечения. Вот как мы извлекали значения переменной из памяти, также нужно будет извлечь значение конкретного элемента из общей структуры данных. Наиболее простой и часто используемой структурой данных является массив. Но что такое массив? Мы знаем такие понятия у нас на слуху, как массив, жилой массив, лесной массив. То есть массив – это набор некоторого числа однотипных данных, расположенных в последовательных ячейках памяти. То есть требования какие? Это должен быть ограниченный набор. Размерность мы знаем, должны знать. Элементы должны быть одного типа. Они должны быть сохранены под одним именем и располагаются в последовательных ячейках памяти. Количество элементов массива называют его размером, тип элементов – типом массива. Объявляется массив через указание имя массива. Слева, как всегда, тип массива или тип элементов массива. И в квадратных скобках указывается размер массива. Размер массива нам необходим для того, чтобы компилятор мог в памяти выделить участок для всех элементов массива. В соответствии с объявлением массива, для его размещения будет выделена область памяти длиной. Размер массива умножен на размер типа массива. Вот столько байт будет выделено. То есть, если у нас, например, тип char хранит 1 байт, а у меня 4 элемента, то 1 умножить на 4, вот под переменную q размерности 4 у меня будет выделено 4 байт памяти. Точно так, под размер массива A размерности 5, будет выделено 5 умноженное, а вот для int мы не можем сказать, сколько конкретно будет байт памяти, это будет зависеть от компилятора, да, мы говорили. То есть это может быть и 2 байта на каждое значение, может быть и 4 байта. Объявление массива может сопровождаться его инициализацией. Когда мы массив сразу инициализируем, в данном случае под инициализацией означает, что мы даем значение элементам массива, то мы указываем имя массива, тип массива или тип элементов массива, в скобках указываем размерность массива, через знак присваивания в фигурных скобках перечисляем значение элементов массива. В этом случае у нас элементы массива будут получать значение из списка инициализации. Вот все, что в фигурных скобках, называем списком инициализации. В список инициализации могут входить любые вычисляемые выражения. То есть это не конкретно числа, это могут быть выражения, которые можно посчитать и получить ответ. Например,
Дан одномерный массив А, размерности 5. Что это означает? Массив имеет имя А, у него будет 5 элементов, и все элементы – это целые числа. Вот первый элемент будет значение иметь 3, второй – 45, третий – 11, четвертый – минус 8, и пятый элемент равен 74. Массив Q, состоящий из 4 вещественных чисел. Но значение мы даем первым двум числам. Первый элемент у нас будет 1,7, второй элемент 4,53. Остальные элементы массива получат нулевые значения, то есть третий и четвертый элемент массива будут равны нулю. При наличии списка инициализации размер массива можно не указывать. Он определяется по числу инициализирующихся значений. То есть здесь указывать, сколько именно у меня элементов массива будет, не обязательно. Можно указать, ошибки не будет, вот в данном случае указали. Можно не указывать, потому что компилятор сам посчитает, сколько, и отведет конкретное значение памяти, количество памяти. Обращение к элементам массива производится с помощью числовых индексов. Причем индексация начинается с нуля. То есть размер массива, вот если я говорю массив, состоящий из 5 элементов, это значит, первый элемент будет под номером 0, второй элемент под номером 1, а пятый элемент под номером 4. Для того, чтобы обратиться к элементу массива, я должна указать имя массива и в квадратных скобках номер индекса. В случае массива операция извлечения – это бинарная операция. Бинарная – это означает, что у нас два аргумента. Квадратные скобки. То есть, что это означает? Я указываю имя, первый аргумент, второй – индекс. Поэтому говорим бинарная. Вот в данном примере я первому элементу массива присваиваю значение аитое плюс а2итое плюс 1. То есть я беру два элемента массива, их складываю и в эту сумму записываю в первый элемент массива. Индексация элементов массива начинается с нуля, только что мы с вами сказали. Таким образом, первому элементу массива, повторюсь, соответствует значение индекса 0, второму 1 и так далее. Для массивов больших размеров инициализация, как правило, не производится. То есть если массивы маленькие, мы только что могли конкретно задать значение, а если, например, массив состоит из 50 элементов, то перечислять их невыгодно. Можно либо ввести элементы массива, либо использовать генератор псевдослучайных чисел. Генерация псевдослучайных чисел осуществляется функцией rand. Слово рандомайзер, случайно. Например, на экране вы видите несколько способов инициализации одномерного массива. Так, рассмотрим программу. Описываю целочисленную переменную n, описываю массив А, состоящий из 20 целых чисел. N – это будет размерность массива. В данном случае я массиву А выделила побольше места, то есть 20 элементов использовала, да? Для 20 элементов забронировала место. Заполню я все 20 элементов. Или я заполню чуть меньше, это будет зависеть от меня. Но никак не больше. Я ввожу размерность, вот видите размерность массива? Я ввожу N. Это будет количество элементов моего массива А. В цикле, так как у меня не одно число, а несколько чисел. Цикл у меня будет от нуля, так как размерность элемента массива имеет индекс от нуля до n минус 1. Значит, я говорю, для i от нуля до i меньше n шагом 1, я просто выведу сообщение и введу конкретный элемент массива. То есть массив А, хоть я забронировала 20 элементов, на самом деле их будет меньше, это будет зависеть от того, сколько я веду n. И я эти элементы массива ввожу с клавиатуры. Вот это первый способ инициализации. Потом в цикле вывожу элементы массива. Так как массив у нас состоит не из одного элемента, а из нескольких, то при работе с массивами всегда будем использовать цикл. Второй способ. Второе описание. Дан массив B размерности 7. Каждый элемент массива – это символ.
И я его инициализировала сразу при описании. Как только задала, описала массив, сразу же сказала, вот мой массив B будет состоять из таких элементов. Первое – это символ А, символ 7, не число 7, а символ 7 или цифра 7. Символ H, 5, знак процента, 0 и знак звездочка. И в цикле вывела элементы этого массива. Третий способ. Целочисленный массив С размерности 7, то есть массив С, состоящий из 7 целых чисел. Здесь, в цикле, я не ввожу, я использую генератор случайных чисел. Через функцию rand генерирую массив. Что это означает? Здесь генерируется произвольное целое число, но так как я его разделила на 10 и взяла его остаток, то у меня в массиве C будут элементы в диапазоне от 0 до 9. Я сгенерировала число, разделила его на 10, взяла этот остаток, отделение на 10, записала в массив и вывела элемент массива. И так вот 7 раз. Массив F размерности 7, он будет состоять из 7 вещественных чисел. Здесь вот такой нюанс, смотрим. Я могу скопировать элементы одного массива, значение элементом другого массива. То есть размерности у меня совпали, 7, 7. Вообще теоретически требуется, чтобы и типы массивов совпадали. Но так как float, он содержит в себе int, float больше, чем int, я могу float присвоить значение int, ошибки не будет. А вот если бы я int присвоила значение float, то была бы ошибка. Что я делаю здесь в цикле? Это четвертая инициализация. Я массиву, элементу массива F присваиваю соответствующее значение элемента массива C. Но так как C int, то я явно преобразовываю тип F к float. Я указала тип в скобках и потом только указываю, кому именно я хочу присвоить значение. И в цикле вывела. Так что у меня получилось? Для первого массива, еще разок вернусь, для первого массива, массив A, я вот ввожу с клавиатуры. Так. Видите размерность массива А? Ввела 5 элементов. Хотя для А я забронировала 20 элементов. Ввожу с клавиатуры значения. Например, 1, 5, минус 98, 3, 45. Любые числа. Как вы видите, индексация идет от 0 до 4. Но в целом 1, 2, 3, 4, 5 элементов. Тут же вывожу то, что я ввела. 1, 5, минус 98, 3, 45. Второй массив, массив B, я задала его как char, и я его инициализировала в программе. Я дала задание, значение A, цифра 7, не число, цифра 7, H, цифра 5, знак процента, цифра 0, знак звездочки. Массив C, он у меня сгенерировался случайным образом. Да, это псевдослучайные числа, которые я сгенерировала через функцию rand. В следующий раз я запущу, у меня тут другие числа будут. Ну, первый раз получилось вот так вот. 1, 7, 4, 0, 9, 4, 8. Массив F – это копия массива C. Я переприсвоила значение. Но массив C – это целые числа, а F – это вещественные числа. Они больше, чем C. Сейчас визуально на экране вы разницы не увидите, но если дальше мне понадобится обрабатывать массив F, я к массиву F, например, F нулевое, могу присвоить значение 3,5, и он это примет, без ошибки примет. А вот если вы C присвоите значение 3,5, он даст ошибку. Для чего мы используем массив? Массив мы рассматриваем как один тип данных. Не как там 5 целых чисел, а как одно целое. Да? И мы обрабатываем с этим вот, этот массив как одно целое. Это как вот группа студентов. Не вообще студент как таковой, не просто Миша, Костя, а именно студенты одной группы. Вы вместе сидите у вас одинаковое расписание, вместе сидите на парах, у вас один и тот же преподаватель. То есть вы идете группой.
Вы группы переходите из аудитории в аудиторию, вы группы меняете расписание, вы с группой переходите с курса на курс. Вы идете как единое целое. Но в то же время каждый из вас – это индивид. У него свои фамилия, имя, свои оценки, свой адрес, свои характеристики какие-то. Вот то же самое. Массив – это единое целое. С ним можно работать как с единым целым. Но в то же время можно обратиться к каждому элементу массива. Небольшой пример. Начало из предыдущего примера. Дан массив А, состоящий из целочисленных, из N целочисленных элементов. Кстати, я не могу здесь показать А и в квадратных скобках N, так как он не знает, что такое N. Мы еще N не ввели, мы для него память не выделили, и он не может выделить непонятно сколько памяти. Поэтому вы либо бронируете 20, если используете N, или там 100 бронируете, побольше. Либо вы конкретно указываете размерность массива. Ввожу размерность массива. В цикле от 0 до меньше, чем N, ввожу элемент массива каждый раз. Вот все, что в кавычках у нас вывод, выводится на экран без изменения, поэтому у меня на экране получается А равное там, 0, 1, 2 равно и вводится. Так, все, в цикле ввела массив. Теперь я хочу подсчитать сумму элементов этого массива. Я говорю, моя сумма равна нулю. Это начальное значение. Я не знаю, сколько у меня будет. Дальше в цикле. Так как элементов у меня n, значит от нуля до n я к сумме, к тому, что было, каждый раз прибавлять буду ith элемент. Вот если у меня n 5, значит первый раз прибавлю а нулевое, результат запишу в s. Второй раз прибавлю А первое, результат запишу в С. Потом прибавлю А второе, результат в С. И так далее, и до конца. Выведу сумму. То есть в данном случае, вот это у меня вот в цикле, вот у меня обработка элементов массива, не зря же мы вводили, и вывод результата. Вот здесь еще имейте в виду, так как параметр и параметр цикла у нас описывается, используется только внутри цикла, я могу int и поставить вот в цикле. А так как у меня сумма нужна за пределами цикла, вот я вывожу s, я описываю s обязательно не внутри, вот как и int и равно нулю, здесь я не могу s описать, иначе он мне будет виден только в цикле. А чтобы результат использовать, я, значит, это s описываю за пределами цикла. Так, ну и что получилось? Я ввела размерность массива 5, ввела числа 1, 10, минус 5, 0, 9. Он посчитал эту сумму и вывел на экран. Итак, сегодня мы с вами познакомились с первой сложной структурой данных. Эта структура называется массив. Массивы бывают одномерные и многомерные. Сегодня мы остановились только на одномерных массивах. Сказали, массив – это конечная последовательность элементов одного типа. Она объединена одним именем. Доступ к каждому элементу осуществляется по его индексу. Индексация начинается с нуля. Размер или длина массива – это общее количество элементов в массиве. Размер массива задается при создании массива и не может быть изменен в дальнейшем. То есть нельзя убрать элементы из массива или добавить их туда. То есть я не могу памятью управлять, да? Когда статический массив, я не могу расширить, либо сузить. Просто когда я, например, бронировала 20 мест, а использовала 7 мест, остальные места у меня просто остались пустыми. Они никуда не исчезли, они там есть, но они пустые. Вернее, там заполнены нули, поэтому я их никак не использовала. Можно изменять элементы массива, то есть присваивать им новые значения. Всегда работа с элементами массива осуществляется в цикле. Можно, конечно, не использовать цикл, но тогда придется каждый элемент описывать отдельно, обращаться к нему отдельно. Это невыгодно. Не используем цикл только в том случае, если у нас по условию задачи, например, пятый элемент массива замените там, его квадратом. Тогда да, цикл нам не выгоден, мы сразу можем обратиться к пятому элементу.
Если же мы обрабатываем все элементы массива, например, в массиве ищем количество четных элементов, либо сумму положительных элементов, мы должны каждый элемент массива обработать, поэтому мы будем работать в цикле. На экране вы также видите вопросы для самоконтроля, то есть вопросы, на которые вы должны уметь ответить, и список рекомендуемой литературы. На этом наше сегодняшнее занятие закончено. Продолжим знакомство с массивами на следующих занятиях.